Всем добрый вечер. Лидия, говорите добрый вечер всем. Добрый вечер всем. Мы сегодня с Лидией, точнее Лидия прощается. Да, ребят, жалко уезжать. Очень понравилось. Смотрите, какая красота кругом. Хоть и не погодится, но все равно люди гуляют. И я гуляла и наслаждалась всем этим. Температура сегодня хорошая. Нормально, да. Но я 15 буду. 15. Было. Сейчас вот показывают 14. Я обратил внимание. Ну, в принципе, можно согласиться. Если бы ветра не было, то было бы хорошо. Спасибо большое Алексею. Мне тоже все. То, что разнообразно было. Очень красиво, где места мы где побыли. Все классно, всем советую побыть там на столке. Особенно весенний, зимний период. Да, осенний еще. Когда водопады, вода. Без воды там красиво, но скучно. Да. То пойдемте сделаем мгновение, зафиксируем февральское. Сегодня вроде бы ничего такого, но такие тона интересные. Бирюза. Бирюзовая вода, такое сочетание неба. Свет. Все классно. Так что вот так. Зафиксировали. Там у нас чайки кушают, их только что покормили. Есть минные поля, Лидия меня уже предупредила, заложенные собачками, которые здесь иногда гуляют. Будьте внимательны, когда вы гуляете. Я сегодня шариком даже видео себе сняла, да, шариком пообщалась, камушки покидала. Да. Удивительный пес, удивительный. Ну, его уже все снимают, его в Инстаграме, говорят, очень много. У меня супруги в Инстаграме, она вот, постоянно показывает, кто-то там его уже снимает. Ну, да, вот, пришел человек кормить чаек. Ну, боюсь, что мы сильно не рассмотрим. Так, будет видно, но плохо. Далековато. Сейчас, кстати, бортовой компьютер показывает плюс 14 градусов. Ну, может быть, уже 13, пока отвернулся. Сейчас скажу точно. В принципе, днем было до 15, я видел сам в автомобиле. Ставил какие-то лучки. Не будет ветра, да, было бы 14. Не будет ветра, было бы. Ну, все-таки, наверное, сейчас все-таки похолоднее. Даже я бы, наверное, 12 максимум бы дал бы. И тоже. Вот такая у нас обстановочка на пляже. Ну, в принципе, все. Ребят, будем говорить вам до свидания. Коротенький ролик. Я в последнее время только вечерний и утренний смысл я не вижу большого тут растягивать. Показывать-то уже вам нечего. Все знаете и так. Так что все, я уезжаю в Москву. Холод. Ну, встретимся, может быть, в следующем году еще здесь погода обязательно. Все, всем пока. Пока-пока, до новых встреч. Ребят.